Так, я думаю, спать-то не имеет смысла. Здесь же здоровье восстанавливается автоматически. Это в GTA нужно было сохраняться для того, чтобы поспать. А здесь и автосохранение, и восстановление здоровья. Все окей. Залезай, залезай. Охренеть, я забыл про это. Ну вы поняли, да, я уже про это все сказал. Что я буду говорить в пятый раз, то, что мы сейчас пойдем и поедем вот туда, вот, да? Сойдет. Вроде неплохое начало, но сейчас, как обычно, будет... Ну, вроде неплохо пока что. Мистер Сен, мистер Сен. Тихо, я хочу мороженого, или фрикаделек, или что там, или бодзы. Бодзы, видимо, тут в разных... в разных районах Гонконга разная еда продается. Представляете, если бы вам пришлось, допустим, для того, чтобы купить лапшу, пришлось бы ехать из Москвы в Санкт-Петербург, а чтобы купить фасоли, ехать из Санкт-Петербурга во Владивосток. Похоже, мне что-то надо будет сделать с той машиной. I bought a whole shipment of birds from the mainland, but they keep losing. I think they must have been feeding them sawdust or something. Mind me not to bet on them. What the hell? Что это сейчас было? My only hope is to get insurance money on the shipment and my truck. Your truck? If someone were to steal it and run into the harbor, I'd be safe. Damn, chicken congee. Окей. Мы едем на грузовике с курами. У нас очень много дури с нами. У нас с собой много баба. Мариванны, я не знаю, что сейчас сказать. Еще рифмы нету совсем в голове. Да и не надо, рэпер, это же... Не человек, который использует рифму. Нет, 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 нет. Курицы, курицы, не курицы, да, курицы, 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 на турицы, курицы, курицы, у Эмира кустурицы, давай. Я еще успел вовремя выпрыгнуть. Извини, Эмир кустурица, что я тебе вспомнил. Я вообще-то думал, что Эмир кустурица это какой-то... Стойте, тут что-то есть. Или это просто вот это мигание были, вот этого жёл... Вот этих желтых проблесковых маячков, или как это называется? Я сейчас пилить буду до дороги 30 лет. Давайте позвоним тачку привезти, позаставим. Выбранная, а во. Выбранная, просто выбранная. Избранная, ё-моё. Так, я, видимо, должен быть на дороге. Чтобы он мог привезти мне тачку, да? Так, ну а теперь... Охренеть! Я только что был в 2 метрах отсюда, и ты не мог привезти мне тачку, такая тупейшая. Что происходит с этой игрой? Почему людей здесь забивают, убивают? Что не так с этой игрой, в самом деле? Ты мне привез этот отстой? Ну, спасибо тебе, ну, спасибо! Нет, это мне не подойдет, ты засранец. Привез мне какой-то мопед, мог привезти бы и... Что? What the hell? Хорошо, давайте посмотрим. Это как? Ну, игра же куда-то мне говорит ехать, да? А, может быть, это какая-то подводная станция? А, может быть, это... Это канализации, может быть, какие-нибудь, нет?
Что ты будешь делать? What do I do? What do I do? How do you do you do? Козлы. Ладно, давайте пропустим их. Хорошо, едем по указателям. Газ, говню. На этом маршрут закончился. Я так полагаю, что игра заглючила? Ну хорошо, хоть не основное задание. Уже и на том спасибо. Свадебка, свадебка. Надеюсь, после того, как я перезагружу игру, это задание обратно вернется. А то уж как-то совсем уж не весело. Но багов в этой игре просто море. Кого я слушаю? Зачем я это? О, вот Дюран, Дюран пойдет. О, да. Впервые, кстати, слышим за все прохождение музыку от Дюран Дюран. Зато мы 300 раз слышали проигрыши, например. Мне нравится, как он резко останавливается, когда подъезжаешь на точку. О, смокинг, наконец-то! Я буду ходить в смокинге, я буду Джеки Чаном. Да и мой смокинг. Джеки, я же говорю Джеки Чан. Джеки Чан, я еду. Так, можно? Давайте доедем до ближайшей парковки и возьмем нормальную машину, чтобы не пришлось гоняться на всяком отстое. Предлагаю сначала доехать сюда, на этом. Потому что ездить в смокинге на мотоцикле, это, во-первых... Еще на белом смокинге, на черном мотоцикле. Это не камильфо. Так, я считаю, что... Черт. Аучо! Эй, ключи, да, это... Я твой машина сейчас угоню! Тизи не против, да? Бизит, бизит, водичка! По тучке на косички! И стучки на косички! Плескается в животике чай! За ру и в непогоду! Любое время года! Мы ходим собирать улазай. У каждого панамка, значок постя на лямке. Нам светит, если станет темно. Мы долго шли к великой цели, но видно не успели, поэтому не ели очень давно. Вы хотите спросить, что это сейчас было? Я не знаю. Давайте посмотрим ролик. Мы похожи на тех двух петухов из недавнего ролика. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. Oh, and Mrs. Chu, I expect the food to be... Wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing in and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where are you parked? Ah, right through there. I'm going. Just bring it into the kitchen. По-любому засада какая-нибудь. Никакой засады? Shit. Ну я же говорил. Козлы, 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 козлы! Джеки Чана бьют! Мочи козлов! Я смогу! Лезь! Нам нужно освободить Чана!
Так Джеки Чана же бьют, что происходит внутри, зачем мне узнавать? Я знаю, что если Джеки Чан бьет, то ему уже ничто не поможет. Им ничего не поможет, и никому ничего не поможет. И Китаю ничего не поможет. Stay down, bitch! Видимо, официанты решили бунтовать, да? Бунт официантов! Им не доплатили пенсионные. Козел. Вот тебе по яйцам, понял, да? На! Давайте базы разбьем, да, давайте. Я ждал, пока кто-нибудь из них соберется атаковать. Спасибо. Ты ко мне с тесаком пришел, ты от тесака и сдох. А, запинал. Уинстон, ты где, милашка? Где твой петушок черненький? Говнюк. Видели? И что мне делать с ним? Вы видели, как игра меня только что послала в жопу? И сейчас... Это все из-за охерительной камеры игры. Это все из-за нее, потому что вертелась она просто по сумасшедшему. Вы посмотрите, это ужасно. Окей. Вы сами видели, что я человеку стрелял прямо в глаз. Ну, не в глаз, но хотя бы, я не знаю, куда-нибудь в район его... сосуда для черепа. Он помер от оглушающего удара. Они так падают забавно. Ну чё, давайте, набегайте. Шел вон отсюда. Ау. Я не хотел это делать, вот, я хотел у него тесак отобрать. Пока. Он не умер от трех ударов тесака, посмотрите, это терминатор. А тебя давай поцелуем с чем-нибудь. Вот эти тебе невесту нашел, смотри, видишь, какой отличный стол. Надеюсь, он тебе понравился. Офигеть! Я не могу нормально прицелиться, это невозможно вообще. Вы видели? Ладно, игра мне сказала то, что... А, все, все, забьем. Насрать. Я не знал даже, кто этот человек. Охереть. Уинстон! Черт! О, Боже, Пегги! She doesn't deserve this. Winston. Winston! Fuck. Oh, shit. Peggy. Got another one! Come on, don't you have
Ну-ка, скоты! Вылезай по одному! Козёл! Ну чё, кто ещё тут очередной козёл? Козляки! Ещё и дядюшку По замочили. Официантами на балконах. Хорошо, к этой мышке можно прицеливаться нормально. Иначе вообще было бы ужасно. Ууу, я побежал! Окей. Ладно, один убежал от меня. Козёл! Эти красиво замочил. Я бы мог разобраться с ними и снизу, но ладно. Бежим, 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 бежим! Ублюдок! Ай-яй-яй! Нет, нет, нет! Нет, нет, нет! Мой смокинг, твою мать! Я не хотел! Да я Ctrl нажимаю! Вау! Я левый Ctrl нажимаю, спасибо! Здесь невозможно не убивать заложника, потому что это ужасное управление. Абсолютно, прицеливаться невозможно. Заложа убил, чтобы ничего никто не подозревал. Ух ты. С указателями, еще и с фонариком. Ну ладно, по-любому сейчас пойдем куда-нибудь в канализацию какую-нибудь. Вроде бы гражданский. Это они, видимо, просто все набухались. Хотя примерно так вот русская свадьба, наверное, заканчивается. Uncle Po, are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here. Взяли, пустили засранца врасплох. Uncle Po. Главное, чтобы в конце не подыхал главный герой, это будет совсем уж тупо. Так, мы сейчас долго будем так бежать. О, нет. Впереди козлы. Мне надо еще бежать и успевать. И мочить козлов. Блин, без дядюшки По было бы быстрее. Не знаю, как их не убил в прошлый раз, ну ладно. Но все настолько ужасно, что я даже прицелиться не могу нормально. Слушай, хедшоты быстрее. Это уже плюс. У дядюшки По еще половина жизни, так что мы успеем. Через дорогу. Это сакс. До свидания, друзьяки. А, я тоже горю. Топ-топ-топ-топ-топ. Топает дядюшка По.
по-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 мне совсем по-по-по-по-по. My uncle, he's hurt. We need a doctor now. What is this? What's going on here? My boy, maybe you'll want to leave before our friends, the police, show up. Are you going to take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding Hello, you police? Personally responsible. Oh, thank God. Are we clear? Okay. Во всем виновата медсестра. Будет стопудово, это главный отрицательный персонаж этой игры. Вот эта вот медсестра. Чтоб поворот был в конце. Она будет, да. Дело соцработницы Мимишень. А, точно, смотрите-ка, еще и... ее сюда приплетут, ну, может быть. Смотрите, очки триад, уровень 7. А у меня в прошлый раз какой уровень был? Ладно, забьем. Давно здесь не был уже. Игрок получает меньше урон от ближнего, от оружия ближнего боя. Или нацелитесь на противника и нажмите Space, чтобы... Так, окей. Вот давайте. Вот это вкачаем. И заодно здесь будет интересное... ну, не интересное, но... Но полезное. Полезное улучшение. Реймонд, встретимся в условленном месте. Окей, сейчас, как всегда, ролик будет, да, без всяческих поездок. Where have you been? Stuck in traffic. It's Hong Kong. Fuck, Raymond. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, boy. More than we have any right to ask. Now the wedding. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a Redpoll, sure, but his wife, he fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out. Ну, конечно же, я смогу управлять тысячами триадцев. Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to... Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the Sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done. То есть, как бы перед главным героем стоит, как бы... Двойная цель, что ли, получается. И никого не подвести среди триады, и еще не подвести своих напарников полицейских, получается, да? Кошмарики ему снятся все больше и больше, и он на своей старой квартире, отлично. Чё их всех тянет все время на старую квартиру, когда случается что-то плохое? С Ника Беличем, кстати, то же самое было в GTA 4, когда на свадьбу... когда на свадьбе кого-то расстреляли из его... знакомых. Он тоже пошел на старую квартиру и там начал спать.